Сегодня наши ребята заканчивают очередной проект сборка склада после строительства. Вот такой он уже чистенький стал. Ребята производят размывочку, глубокую размывпроперную машинку с последующим сбором грязи водососом. Вот что нам досталось на пару часов работы. И закончим. Также были вымыты холодильники. Там вот внутри тоже все было очищено от пыли и строительной грязи.